Город. Сегодня особенный день у страны. 18 марта 2014 года. День воссоединения России и Крыма. Конечно, площадь в центре Видного не стадион в Лужниках, но и здесь собралось немало видновчан, пришедших выразить свою поддержку народу Крыма, который 8 лет назад на референдуме высказался за вход в состав Российской Федерации. Наша исконно русская территория вошла, вернулась, что называется, в свое родное лоно. И я очень горд этим событием. И, конечно, этот день, это событие будет напоминать всему нашему населению о том, что Россия великая страна, и мы должны всегда оставаться едиными. В концерте приняли участие сольные исполнители и коллективы различных творческих организаций Ленинского городского округа. В начале мероприятия перед присутствующими выступила заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. Я поздравляю всех, я поздравляю молодежь, я поздравляю жителей Крыма, и я уверена, они сегодня нас слышат. С праздником! Подобные мероприятия, большие и малые, прошли на всей территории округа и нашли отклик в сердцах местных жителей. Много людей пришло, действительно, нас многие поддерживают. Артисты все практически, да, никто не отказался, все решили принять участие в нашей сегодняшней акции, поэтому все здорово, настроение хорошее, погода тоже сегодня нам благоволит. Да, тепло, потеплело, да, мороза нет, солнце светит, и людям нравится. День возвращения Крыма в состав России – важная дата для всех граждан страны. И цель подобных мероприятий – напомнить о важной вехе в истории Отечества, прежде всего, молодому поколению. Ну и как впечатление от праздника? Ну, праздник даже очень хороший, мне очень понравилось. Ясно. Ну, а вы что скажете? Я считаю, что праздник вполне масштабный для нашего города, так как здесь собралась такая толпа людей. А про праздник у меня то же самое мнение, то, что и у Дениса. Закончилось мероприятие флешмобом, в ходе которого участники и зрители праздника развернули 100-метровый флаг Российской Федерации. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.